Приветствую вас на канале Профи. Всех с наступившими майскими праздниками. Сегодня подводим итоги апрельского розыгрыша трех отверток. Как и говорил, будет три победителя. Начинаем. Сразу сверяем местное время. Рандомайзер будем использовать тот же, Uncle Group. Вот наше видео, под которым надо было оставить комментарий с адресом электронной почты, поставить лайк, быть подписанным на канал и проживать на территории России, чтобы мы могли без проблем отправить приз победителю. 7-6 комментариев, очень мало подписчиков принимает участие. Вопрос, почему? Напомню про призы. Первый получает отвертку Джейками 61 в одном. Второй Джейками 30 в одном. И третий Ихум 10 в одном. Переходим к нашему видео. Копируем ссылку и вставляем в поле рандомайзера. Сверяем статистику видео. 506 просмотров, 120 лайков и 76 комментариев. Все верно. Всем удачи! Поехали! Итак, первый у нас Дмитрий Першин с комментарием «Спасибо за познавательное видео, отвертки класс». Пожалуйста, Дмитрий, проверяем подписку. Подписка есть. Проверяем дату публикации комментария. Две недели назад. Все условия выполнены. Поздравляем вас, Дмитрий, вы получаете отвертку Джейками 61 в одном. Позже мы свяжемся с вами, чтобы отправить вам ваш приз. А пока переходим к выявлению второго победителя следующей отвертки. Акоп с комментарием за отвертку. Проверяем подписку. Подписка есть. Проверим дату публикации комментария. Две недели назад. Также все условия выполнены. Поздравляем вас, Акоп, в ближайшее время с вами свяжемся. Переходим к выявлению третьего победителя отвертки Яхун 10 в одном. Жмем. Александр. А вот этот человек уже знаком, он был одним из победителей, если не ошибаюсь, январского розыгрыша пауэрбанков. Проверяем. Подписка есть. Комментарий. Также оставлен две недели назад. Александр, вы очередной раз становитесь победителем. Поздравляю. Объявляю апрельский розыгрыш закрытым. Обязательно участвуйте в наших розыгрышах. В следующем видео начинается майский розыгрыш. Делитесь роликами с друзьями, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. И оставляйте ваши комментарии. Тем самым вы помогаете развитию канала. Всем спасибо, удачи, хорошо провести эти праздники, прямых рук и до новых видео. Пока!